выполнен первый пассажирский рейс в Зонгеландский международный аэропорт. Местные СМИ сообщили, что самолет «Хэнкенди» доставил спортсменов, сотрудников Министерства молодежи и спорта Азербайджана и Федерации триатлона, а также представителей СМИ для участия в турнире по триатлону «Марш Победы», который пройдет в селе Агалы. Время полета по маршруту Баку-Зонгеланд на пассажирском самолете составило около 45 минут. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.